Сегодня 13 октября 2014 года. Мы сняли стекло с ограждения и стойки в тех местах, где не было закладных. Мы поставим закладные с резьбой. Допустим, здесь оно все стояло на шурупах. Эти мы потом в конце снимем стойки, которые держат поручень. Зачистим для того, чтобы нанести гидроизоляцию. Здесь очищаются все крепления стоек от ржавчины. Это уже очищенные. Потом будут преобразователем обработаны. Вот какие они были. Покрывается преобразователем ржавчины.